Onkyo 7110, и у него какая-то проблема с выездом каретки, то есть предположительно ослаб пасик, то есть скорее всего нужна замена пасика. Он пролежал у нас на складе, я не знаю сколько времени, больше года, и перестал выезжать. Ну, точнее, лоток выезжает, а уже в конце, когда этот же мотор, который докатывает лоток, он поднимает привод лазера. Вот уже поднять вес привода ему не хватает мощности. То есть, если вручную поднять, вот он сейчас в разобранном виде, вот он диск видит, play, идет раскрутка, пошел первый трек, секунды. То есть нормально реагирует, лазер читает нормально, а вот с каряткой у него с выездом лотка что-то непонятное. Вот я нажимаю открыть, вот он открыл. Без диска это будет более наглядно. Закрываем, и слышно, что моторчик гудит, а он дальше лоток не засувает и не поднимает сам лазер. То есть я эту штучку вот открутил, два болта. Вот механизм. То есть если мы нажимаем и сейчас я пинцетом помогу ему. Вот, подняли. Все, он встал на свое место и идет чтение диска. Вот здесь пасик. То есть слышно, когда он не дотягивает, что моторчик крутится дальше, пытается. То есть у него механизм работает, крутит эту шестерню, а эта шестерня вот там поднимает вот эту вот часть. У нас пасиков нету для ремонта, я не знаю. То есть я не уверен, что это пасик, не пасик, но выходит, что пасик. Вот слышно, что он там крутится, а поднять уже лоток не может. Если попробовать ему помочь вот так. О, вот так ему помогли. Все, и он хочет читать диск. В общем, продается как нерабочий. Нужен минимальный какой-то ремонтик. Но если вот так ему помочь, он диск читает, звук отличный, все работает.